Латина вечеринка в разгаре. Предлагаю всем размяться немного. Прошу на танцпол. Весь зал, пожалуйста. Everybody. Очень популярная песня, очень популярная анимация. Си, Уфей, теперь в Салавате танцуют зайцы. Помним? Немножко показываю, какие будут движения. Очень просто. Прошу, все, выходим. Ребята, что такое? Я тоже. Камон. Я серьезно? Очень зажигательная анимация. Итак, первое движение. Идем в правую сторону. Раз, два, три, хлопок. Обратно. Раз, два, три, хлопок. Руками. Вторая. Пам-пам. Куда? Раз, два, три, хлопок. Раз, два, три, хлопок. Левая, правая. Левая. Пам-пам-пам. Дальше. Это будет несколько раз повторяться. С ногами разбегутся. Кик. Правый. Раз. Левый. Два. Два раза правый. Раз, два, три. Левый, правый и левый два раза. Раз, два, три. Шаг в сторону. Справа. Раз. Обратно. Два. Два шага. Раз, два, три. Шаг. Шаг. Раз, два, три. Еще. Кик. Кик. Раз, два, три. И еще раз. Еще раз. И раз, два, три. Шаг. Шаг. Раз, два, три. Шаг. Шаг. И раз, два, три. Остальное очень просто. Вы поймете по ходу. Просто смотрим и повторяем. Диджей Гадо. Мюзика. Mas a esperança não morreu.
Антон Лилейко! Громкие счастливые аплодисменты! Ну а сюда, на танцпол, уже рвутся наши старые знакомые.